Saludos, saludos, México. Сегодня будет реакция на Los Angeles Azules. Песня Miss Sentimentos. Тут еще певица Химена Сариньяна. Знакомая. Да? Химена. В общем, этой песни 600 миллионов просмотров. Да, ну давай посмотрим. Что-то знакомое. В общем, группа, как я понял, или оркестр, и певица вот эта Химена. Че, узнаешь ее? Сейчас, подожди, смотри, хоть запоет. Молодая какая-то. Ну, имя знакомое, но это она, не знаю. Не оркестр, наверное, отдельная группа, это вот эти вот пиджака золотые. Чем-то мне, кстати, мелодия немного. Он базу напоминает. Басом. Не напоминает? Ты там народу сколько участвует в песне. Дирижеры что там, офигеть. Какие-то эти штуки, да? Как песочек сыплется. Ох, как танцуют секрет. Пара еще танцовывает где-то. Что-то так и не вижу. Много там народу или нет? В зале? Как будто все большая сцена прям такая. Такая спокойная песня. Тебе нравится? Это похоже, знаешь, на какой-то вечер, как будто просто. Не концерт даже. Хотя сейчас, может, зал покажет, столько народу. Видишь, там как бы толпа среди музыкантов прям. Такой-то, мне кажется, закрытый концерт. Столики вроде, да? Ну, я говорю, это какой-то, типа, может, клуб, бар. Маленький. Ой, молодец. Хорошо. Хорошенькая и приятная такая певица. Красоточка. Красоточка, да. Приятно спела, такая улыбчивая. Так побежал. Хорошо. Хорошая песня. Миленькая. Мне понравилось, да. Да. Так все. Очень миленько. И оркестр такой замечательный. Вообще все. Да, чуваки колоритные, золотые, да, пиджака. Да, да, да. Танцевали там все. И публика, считай, тоже, ну, которая рядом. Я даже не понял, там была сцена или нет. Там как будто, знаешь, это совмещено. Сцена и пол. Может, ну. Чуть-чуть там. Да, чуть-чуть приподнято было. Там мы пары танцевали, люди так близко стояли. Прям вот ты, ну, нос к носу как будто, да. Это, наверное, популярная певица в Мексике. Да, классно, группа, и группа тоже вот эта популярная, Лос-Анджелес Азулес. Так, перейдем название, хотя я уже знаю, что это сантименты, скорее всего. My feelings, типа мои чувства называется. Я не знаю, о чем она поет. Напишите в комментариях, о чем она пела. Она может тоже про любовь что-нибудь Ну, что-то, наверное, позитивное, потому что так все улыбалась. Позитивненько пела. Ну, по крайней мере, я, наверное, не про разбитое сердце. Конечно, да. Похоже, что все так
положительно. Ну да. Да, нам понравилось. Мы, наверное, сделаем еще потом реакцию на Лос-Анджелес Азулис и на эту и на Пхимену тоже. Угу. Так что оставляйте комментарии с предложениями реакций. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите на Инстаграм, ссылка будет в описании, и на сайт russiansreact.com, мерчендайз. Чао. Салюты, салюты, салюты.